что у нас идет далее. Chrome Hearts. Ссылочка и ссылочка на сниппет. Сниппеточек у нас вот он. Посмотрим. И торчок. Format Young / и Paint33, да? Let's go! Смотрим, что это такое. Это у нас получается EP-шечка, да? EP-шечка или альбом Chrome Hearts, он так и называется, в принципе. И тречок за главный Chrome Hearts и есть, да? На 6, на 6 треков. Так, здесь нету этого, конечно. Но вообще это так. 6 треков у нас 1.50, 1.30. Chrome, да, у нас Chrome Chroma. Тречков небольшой. Угу. Небольшой. Динамика, короче, да. В целом по работам. Так, по работам с 22 года. С 22 года он начал. Ну, то есть это прям вот очень такой фрешмен. И сразу же у нас вот эпишечка, альбомчик, да. Интересно. Это первый трек Chrome Hearts. Это первый трек альбомчика Chrome Hearts. Слушай внимательно. Let's go. Что это такое, понятия не имею. Электроник трэп такой, не джаз, да? Давай, бро, реализовывай звук. И на мне это Chrome Hearts, и я разбиваю сердца. Сухо, тюн не лучший. Погружения нет. Очень пластмассово. Но не дизайнеры собрались вместе, let's go. На них уплохо, мне ревенч, let's go. Зажимай лу и при всех, let's go. Я делаю то, что не делаю все. Милая сука с большой буквы Э. Там ища кули, видишь, та сосе. Во мне ща перки, я ща вэс. Все мои деньги танцуют, они на кровати, они на полу, они здесь. Я обожаю дизайнеры, рекси и шмотки. Я думал, у меня болезнь. Под кофты, ремень, луеви, остальное. Болезнь. Под кофты, ремень, луеви, остальное. Болезнь. Я влюблён в свои рекс, я влюблён в свои деньги, я влюблён в свои бэйби. Эти таблы снимают стресс, на моём танге перкассет, на твоём танге ща мой член, со мной два стика, они бэсти. За шлюхом, worry about me. Я волнуюсь за братьев, и нам worry about my bill. Типа сольёт мой дрейк, а пока я сливаю сотку на джинс. И я сейчас ухай, гоню нас тут в своём джинс. И на мне это Chrome Hearts. Хигх! Надо было написать, а не тухай. Хигх! Рокстар, не понимаю. Тухай. Очень тайп все, бро. Вот очень тайп. Текст вот прям вот пестрит клишированностью. Про рекухи. Ну, хотя бы рекуха, да. Хотя бы вот не полноценное название бренда. Хотя бы так, да. Но вот через ха читать, ну хуй его знает, бро, правда. Раньше let's go, заезжаемые лы при всех, let's go. То, что они делают все. Ну, спорный тезис, бро, в данном случае. Ссылка с большой буквы S. Я мы кулинг, видишь, на сцене. Перкешев арк. Акт. Да, мои деньги же. Да. Ну, такой ричфлекс, бро. Ричфлекс с сухим достаточно, с видосом, достаточно стандартным тюном, который не отражает никак твою индивидуальность. Стараешься работать в такты, более-менее неплохо, не сказать, что это там слабо или еще что-то. Есть работа по звуку, в принципе, есть работа твоя по реализации. Текст, конечно, ну вот прям вот тонкий перкассет, и вот это все прям пиздец, да, вот рексы, хуексы, баленсиаги. Ну, то есть, смотри, самая главная база. Ты заходишь на музыкальный рынок, и что мы видим? Что ты нам предлагаешь?
Ты нам предлагаешь интересное звучание? Нет. Ты нам предлагаешь интересный тембр с обработкой собственного голоса? Нет. Ты нам предлагаешь интересный текст повествования Rich Flex, Fashion Flex, которого мы не слышали? Нет. И все это пока сделано так на тир 3, да, по качеству. Следовательно, что? Следовательно, даже если ты это все докручиваешь до высокого качества реализации, что мы имеем на выходе? Мы имеем на выходе вторичный продукт, один хуй. Я сейчас не говорю про западную сцену, я сейчас исключительно на российский рынок говорю, да. То есть самый главный вопрос, который мы себе задаем, слушая нового артиста, это нахуя? Зачем мне слушать его, да, если там у нас есть то-то-то-то-то? Я не могу получить ответ на этот вопрос, слушая твой рэп. Не могу получить его. Потому что у нас есть ребята, которые делают, ну, ровно, ровно, нормально, неплохо, при этом флексит фэшн, флексит рич флекс, и все, да, как бы неймдропят, англицизмами закидывают нас. То есть в какую сторону? Вот, допустим, чтобы взять тебя условного фрешмена, да, пусть даже у тебя было бы все в два раза хуже реализовано, но оно бы имело возможность какой-то реализации необычной, знаешь? Нету этого. Хай. Хигх, да? Или все-таки два привет. Дизайнеры собрались вместе. Да, все это мы знаем, бро. Понимаешь, в чем дело? Как проба пера? Неплохо. Я не знаю, о чем другие твои песни. Это же Арктерикс, да, имеется в виду, или что акт? Кулинизированный 10-17, кофта понятия, может быть, и нет, да? Дабл саб. Эктактайс. Активи аддонон, да? Разбивай сердце, рокстар. Фильм like Rockstar. То есть, смотри, короче, нету у тебя, бро, ну, за активист, ага. Нет у тебя какого-то фирменного соуса. То есть какой-то твоей истории персональной, какого-то Эдлиба, может быть, я не услышал, да, фирменного Эдлиба или какого-то, ну, вот Эрикуха. Вот это единственное, за что зацепился глаз. И по звучанию то же самое. То есть какого-то фирменного Эдлиба или еще чего-то, где-то что-то как-то, что мы такие, о, смотрите, это же тот самый чел, который вот это делает. Нету этого, просто ничего нету. Просто ровно, да? Слишком ровно. Слишком ровно, бро. Слишком ровно. Его индивидуальность — это хубло, бля. Ну, да, вот единственное, бро. Хублот. Да, хублот. На мне хублот. Да. Ну, вот, наверное, да, наверное, единственное. Но это не лучшим образом, да, отражает твою индивидуальность, к сожалению. Давайте послушаем еще разочек, поставим оценочку. Конечно же, у нас, что касается жанра, это 5 баллов. Слушаем внимательно Chrome Hearts. Можно пройти был хублот. Нет, у него был хублот. И на мне это Chrome Hearts, Chrome Hearts. И я разбиваю сердца, сердца. Видишь, погружение. Нет погружения. Но ты дублируешь по технике неплохо, строки. Неплохо. То есть пока ты оттачиваешь техническую часть, и она довольно неплохо точно. Довольно неплохо. Like rockstar. Сведено неплохо. По разным каналам хорошо держишь панораму. Неплохо, весьма. Не понимаю, too high, too high. Ага, бэк-вокал присутствует. Сведено ровно, хорошо. Не твой звук пока с тюном, но в целом норм. Это не руина далеко, это постарались со свидосом, да. Вот здесь хороший переход. Угу. Но не дизайнеры собрались вместе, let's go. Не... Угу, угу. По сведению норм, бро. По сведению норм, по звуку имеется в виду тому, как там ямочки тебе давали, вот это все, бэк-вокал расставлен. Тут как бы кайф. Все мои деньги танцуют, они на кровати, они на полу, они здесь.
здесь. Я обожаю дизайнеры, рексы и шмотки. Я думаю, у меня болезнь. Под кофты, ремень, Луи, остальное. Болезнь, 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 болезнь. Под кофты, ремень, Луи, остальное. Болезнь, 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 болезнь. Я влюблён в свои рекс. Я влюблён в свои деньги. Я влюблён в свои бэйби. Эти таблы снимают стресс. Да, вот здесь неплохо по структуре. То есть, короче, структура задумана очень хорошо по звуку. Технически более-менее он. Танги перкасе, на твоем танге ща мой член. Со мной два стика, не бэсти. Ты волнуешься, такой, да, тут итика звучание. За шлюхом worry about me. Я волнуюсь за братьев, и нам worry about my bill. Типа сольёт мой Дрейка, пока я сливаю сотку на джин. За техническую реализацию балл будет на самом деле весьма неплохой. Потому что по музыке... Шаути Фелпс. Шаути Фелпс. Так, ну, в общем, как-то так, да? Чё-то. Я сейчас ухай, гоню нас тут в своем джи. И на мне этот хром харс, хром харс. И я разбиваю сердца. Да, очень много разного вокала. Бля, короче, смотри, по реализации я поставлю 7 баллов. Здесь 4. Структура ритмика вообще кайф. Начиная от того, как бэк-вокал поставлен, какие ямки тебе дает музыка, припев, куплет. Здесь есть разнообразие неплохое. Да, постоянно есть. Минимум 8 баллов, бро. Вот оно. Придумано очень неплохо. По технике ты реализовал нормально. Плюс сведено хорошо. Но я тебе не верю совершенно. Что касается текста, я думаю, 6 баллов, да. Есть флекс определенный, но слишком очень-очень тайповый. Очень-очень тайповый. Здесь 5 баллов, 100%. Здесь 2. Субъективный вайб, 2 балла. Тюн, на мой взгляд, именно твоего голоса не подходит. Не отражает никакой индивидуальности. Вот это слишком скучно. И ты не погружаешься в материал, о котором повествуешь. Технически ты его выдаешь довольно точно, как и сведение. Реально. Почему не меньше? Потому что он достаточно неплохо работает харизмой. То есть он пытается погрузиться в то, что повествует. Поэтому за индивидуальность тут где-то 3, да, потому что мы не можем никак вообще зацепиться ни за что. За 5-6 баллов иногда он выдает погружение в некоторых партах. Здесь технически он хорошо, чисто сделан. Нормально, весьма сделан бэк-вокал. Сведено хорошо даже вот так прям. Ну, 8 нет, 7, да. Здесь слабовато. Кому-то, если зайдет очень ровный тайповый звук, вполне не могут поставить и 5 баллов, пожалуйста. Ну, вот мне субъективно заходит на 2-3. 3 маловато, если бы тюн был более правильно подобран для него, и в припеве бы погружался посильнее. Возможно, я бы поставил 3, даже 3+. Здесь пока 2 балла, с нетерпением. Какая 8,7, бред вообще. Почему? Что не так? Что не так в структуре этой песни? Очень хорошо расставлены ямки в инструментале. Очень хорошо поставлен бэк-вокал. Очень хорошо он соблюдает ритм. Просто он не погружается в это вот настолько. И поэтому тебе кажется, что вот этого не существует, и оно не отработано. Оно очень хорошо звучит. Здесь та же самая история. И сведение хорошее, и технически в такт, и он попал. Но то, как он наполнил свое попадание в такты, вот столько. Такая вот история. Такая вот история. 45 баллов. Давайте посмотрим, что видеоряд он нам предлагает. Как это выглядит по видеоряду. И на мне это хром харс, хром харс. И я разбиваю сердца, сердца. Да. Здесь тоже, ну, тут, в принципе, есть у нас стиль своеобразный.
тайповый, опять же, достаточно весь этот зеленый. И тайп, да. И тайп не джаз, электроник трэп. I feel it like rockstar, rockstar. Не понимаю, too high, too high. На мне регуха притянулся. На мне дизайнеры собрались. Ну, неплохо, неплохо, в принципе. Очень хорошо показан стиль, да, который он рассказывает. Вот это красивая картинка. Здесь хорошо продумано. То есть вот какие-то фишечки вроде как простреливают. 4 часа назад. Ну, максимально что-то прям сейчас, что ли, это все произошло. Ну, тогда, бро, лайк тебе. Вот есть тут 100%. Классный снипет, ждем релиз. Ну вот, да. Биваю сердца, сердца. Короче, надо ему найти по звуку свое. Да. Надо найти ему по звуку свое. Плюс... какую-то индивидуальность немного раскачивать. Пусть даже поначалу она будет кривоватой. Такая вот история. Спасибо. Надеюсь, это было полезно.